Я бачу интересное запитання, яке дуже актуально сегодня. Как понимать, что Иисус говорил подставить вторую щеку, если бьют в одну? Нужно терпеть, когда тебя обижают? Контекст. Римский солдат и Иерусалим, или и Иудеи, или там палестинская земля. Палестинская земля, когда Иисус там жил, была земля под оккупацией. Оккупация Рима. Поэтому Иисус жил в оккупации. Он очень хорошо понимает людей, которые живут в оккупированной территории людьми, которые не местные. Потому что сам Иисус жил в оккупации. Только оккупация была римлянами. У римлян был закон, что римский солдат, когда носит, возит груз, но бывает на лошадь, там, на конь и так далее, имел право попросить еврея, Взять груз на себя, но он не имел права заставить его идти больше один, сколько там говорится, я не помню, один, э, что там, как оно говорит, лок не, не локоть, ну, скажем, прообразно, один километр, да, например. То есть жесткая была дистанция, которая по закону была установлена, поэтому выбор не было, тебе сказали, ты берешь груз и ты проходишь один. Тебя ударили, вот и так дался. Иисус говорит, если тебя попросят, там не только ударить щеку, там сначала начало про дистанцию, говорит, пройти. Вот с этого и начинаю. Когда тебе римский солдат говорит, носи груз один километр, это ты делал, потому что написано в законе, ты как раб. Теперь согласно Конституции Рима, он не имеет права тебя заставить дальше. С того момента ты уже свободен. Иисус говорил, вот когда ты сделал один принужденное, говори солдат, солдат, я пройду еще один километр. Но вот этот второй километр не у солдата рычаги влияния, потому что Он не имеет права на второй километр. Это твое решение. Другими словами, теперь хозяин дела ты. С этого момента, потому что он боится уголовное дело. Если не дай Бог, ты будешь жаловаться, что он меня заставил два километра. И это был метод, как можно римс, римлянам говорить о спасении Божие. О том, что ты свободный человек. Потому что, что бы ты ни говорил во второй километр, он не имел права ни упрекать, ничего. Показывая, что я не сломанный. «Я человек, и это мой, мой выбор, и иду второй». Точно так же ударит по щеку. Ворчаться он ударил, он не имел права два раза. Он имел право только один раз. Когда ты ему говоришь, что «Да, ударил второй, это мое решение», уже рычаги влияния не у него, а у тебя. Во-первых, это было не про не, не было так буквально, чтобы бить. Идея была такая бери инициатив, тебя просили по принуждению, предлагай делать еще больше, с целью, чтобы не как раб себя вести, а вот второй половину ты себя ведешь как хозяин своего времени, хозяин своего решения и чувство самоуважения оставалось в народе, когда они такое делали. Вот такой Иисус имел в виду.